В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Вітаю в студії представника від Української морської партії Сергія Ківалова, директора громадської організації «Мангуст» Тетяну Акуленко. Здравствуйте. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про підсумки проведеної роботи під час передвиборчої гонки саме на вашому окрузі. Згадаємо вже зроблену роботу та поговоримо про плани на майбутнє. Тетяна, на своїй сторінці Instagram ви написали, що кожен бачить Одесу по-своєму. А якою сьогодні бачите Одесу ви? Ну, я вважаю, що Одеса, вона багатогранна. В Одесі завжди був і є одеський колорит. Это особенное, знаете, как галактический город, да, можно так сказать. И я считаю, что нам необходимо сохранять эту вот эту архитектуру, сохранять вот те дворики одесские, которые уже были созданы. Нам не нужно строить вот эти вот высотки, которые мы настроили на Гагаринском плато. Мы, потому что они были настроены без учета ни дорожной развязки, без учета ни садиков, ни школ, ни мнения людей, которые там живут и которые покупают там квартиры. Конечно, я хочу, чтобы Одесса славилась своей архитектурой, своими историческими особенностями. Я хочу, чтобы Одесса была действительно настоящим туристическим центром. Не только центром, куда приезжают люди для отдыха на побережье нашего моря, а еще, знаете, таким особенным. Я еще человек, который очень связан со спортом. Я считаю, что Одесса должна славиться, она должна быть спортивной столицей. В Одессе только лидер нашей Украинской морской партии Сергей Васильевич Кивалов расстраивает и строит инфраструктуру для спорта. И я могу заявить с гордостью и сказать, что если бы не Сергей Васильевич Кивалов, спорта в Одессе и в Одесской области не было. Потому что если бы не у Сергея Васильевича, мы проводили спортивные соревнования и всеукраинского, и международного уровня, то нам бы негде было проводить. А те вот помещения и здания, инфраструктура, которая предоставлена нам городом и областью, мне кажется, там необходимо только фильмы ужасов снимать, но точно не приглашать туда людей и вообще показывать. Ви ще не наділені повноваженнями депутата міської ради, але вже дієте конкретними справами. Розкажіть, що так вразило і що спонукає вас до дій? Наприклад, в Вознесенському, Волзькому, Єлисаветградському провулках, на Середньофонтанській та Старосінній вулицях. Знаєте, коли я вирішила пойти в політику, я еще даже не представляла, насколько это непросто и насколько это действительно интересно. Я поняла, что это мое, и мне это очень нравится. Я пообщалась с очень большим количеством людей. Они интересные, искренние, открытые, все делятся своими проблемами. И мне приятно то, что люди открываются передо мной. И я хочу сказать, когда я пришла на Елисаветградский переулок 11, я просто ужаснулась. Я даже не могла представить, что вот тот участок, на который я пришла, там, грубо говоря, сказать, это свалка. Она действительно еще существует. И на этой свалке бегало количество детей около 30 как минимум. И мне лично стало ужасно, почему дети в таком раннем возрасте, 7, 9, 8, 12 лет, видят людей, которые живут без места жительства на этой территории, видят людей, которые используют наркотические вещества. Я считаю, что это, конечно же, бездействие нашей нынешней власти. Почему депутаты ранее за 5 лет не приходили сюда, не интересовались, не видели проблему? Я как только пришла, я сказала, в понедельник здесь будет техника. И я моментально приступила. Мы сначала провезли субботник, после этого заехала техника. 10 КАМАЗов вывезли мусор. Мы очистили, зачистили всю территорию. Я познакомилась с каждым нашим молодым одесситом, которые, когда я приезжаю, они подбегают ко мне, смотрят мне в глаза и обнимают. И говорят, это Татьяна Акуленко. Мне настолько приятно. И, конечно же, вот проблемы людей, которые там живут, их никто не слышит. И я своим примером, мне кажется, я молодой кандидат в депутаты, и я своим примером помогла начать работать тем депутатам, моим оппонентам, которые 5 лет и даже больше
туда даже не появлялись. Они приехали на этот же участок, собрали максимальное количество 5 людей и сказали им «добрый день». Я уже считаю, что поздно говорить «добрый день». Нужно было говорить «добрый вечер», уже поздно. Люди не верят, люди умные, люди грамотные. Они уже видят, что если депутат 5 лет бездействовал, он не даже если он начнет действовать, он через 5 лет... На протяжении 5 лет он снова не появится на этот участок. И мне приятно то, что люди меня так радушно встретили, приняли. И когда мы садили деревья, все дети помогали нам. И даже на деревьях были надписи. Там посадил Вова, Артём, Николай. Это очень здорово. Такая коллективная работа всего этого района. Так, вчора там був навіть лідер партії Сергій Васильович Ківалов, який зустрівся з місцевими жителями, познайомив з командою партії. І дійсно висів незрозумілий для всіх банер з обличчям того депутата, який вже на все готовий, прийшов і сказав, ось я можу щось для вас зробити. І, звичайно, місто з бюджетом в 10 мільярдів гривень, ще зверху, ми знаємо, 5 мільярдів – це кредити, що дійсно йде забудова, тотальна забудова міста, а ось на таке елементарне, що у нас під носом увага не звертається. Я хочу сказати, це настоящий позор. Палатка была поставлена на территорию, которую мы зачищали. Был установлен забор и был снят мой баннер. Я не знаю, кто его снял, но однозначно сняла такая профессиональная достаточная техника в темный период времени, суток. Да? То есть это заблаговременно, когда приехал депутат, видимо, и я не знаю, кто это снял, но жители города не могли, или жители того участка, они бы не захотели, они сами меня попросили повесить мой баннер, они бы не могли себе позволить даже его снять, и к нему нельзя было дотянуться. Поставил палатку, а после этого начал установку забора. Но что такое забор? Это в шестикратном размере меньше той проделанной работы, которую я проделала. Мне 26 лет. Я считаю, это настоящий позор приехать через 5 лет и поставить этот заборчик. Ну, это ужас. Куда мы катимся? І то не добудувати його, але це вже інша тема. У своєму блозі ви пишете, що кожна зустріч з одеситами приносить чітке розуміння того, що потрібно людям. Так що ж саме потрібно сьогодні звичайним одеситам? Я считаю, что все мы люди. И нам необходима поддержка. Мы забыли, что нам друг другу необходимо помогать. Где-то хорошее, доброе слово, где-то минимальное внимание хотя бы. И я считаю, что депутаты, они обязаны помогать людям. Они должны идти в политику не для того, чтобы летать в облаках власти и спускаться только через 5 лет к людям, а для того, чтобы быть с ними наравне, слышать их проблемы, пытаться всяческими методами, способами им помочь. Они должны слышать людей, каждого жителя, знать в лицо, даже если не знать в лицо, но знать о конкретной проблеме. Потому что проблем у жителей города Одессы много, потому что все настолько запущено. Депутати місцевих рад, хто вони такі у вашому розумінні? Однозначно не герої. Це люди, які працюють по своєму призванню, по своєму бажанню, і вони працюють від душі, від серця. Це не ті люди, які повинні пилити бюджет, так як це є зараз. Це люди, які повинні правильно і раціонально його використовувати і направляти на реалізацію проєктів во благо жителей міста Одеси. Тільки так. Тому що якщо будуть пилити, ми так будемо жити ще на протяжені дуже огромнішого кількості років. Я скажу вам, що я пообщалась на своєму округі з людьми. І я вже бачу маніпуляції депутатів. Они их приглашают на экскурсии, дарят подарки, даже уже поднимается вопрос, что говорят люди, то, что предлагают деньги. Это, во-первых, уголовно наказуемо, а во-вторых, одесситы грамотные, и они знают, что даже если им что-то предлагают,
необходимо голосовать исключительно сердцем. И необходимо голосовать и уже на 5 лет вперед. То есть люди знают, что они когда проголосуют, то депутат тот или иной, которого они верят, которому они доверяют, которому они открываются, будут представлять их интересы. Вас, як представника молоді, людину, яка багато уваги приділяє дітям, молоді, спорту, що зацікавило і мотивувало стати саме членом, представником Української морської партії Сергія Ківалова? Сергій Васильович Ківалов – грамотний політик, настоящий лідер, примір, примір для многих. То, що він зробив за всі ці роки в Одесі, это даже нельзя сравнить с тем, что сделали нынешние мэры. Объем работы, которую он проделал во благо города Одесса и жителей города Одессы, он действительно настолько огромнейший. Я считаю, что этого человека нужно уважать. И я считаю, что он является единственным достойным кандидатом в должности мэра города. Потому что, когда будет Сергей Ківалов мэром, Одесса расцветет. Одесса станет колоритной, яркой, красивой. Мы все видим, насколько красивая у нас 4-я станция фонтана, 5-я станция фонтана, 8-я станция фонтана. Это действительно, это настолько красиво, модно и успешно все и грамотно сделано. И я считаю, что это самая лучшая партия и самое правильное направление, потому что программа Украинской морской партии, она затрагивает интересы всех жителей города Одессы, начиная от самых молодых, заканчивая нашим взрослым поколением. Які соціальні проекти існують в партії, спортивні соціальні проекти? Знаємо, що нещодавно відкрився новий спортивний зал клубу «Мангуст» на території Національного університету Одеської юридичної академії. Уже більше 10 років функціонують секції по гріплінгу, вольній боротьбі, панкратіону, зараз ще пляжній боротьбі. И уже 10 лет это социальный проект. Это не проект перед выборами. Всегда Украинская морская партия развивает нашу молодежь, предоставляет возможность им бесплатно заниматься и ходить на спортивные секции по данным видам спорта. Также мы не так давно открыли секцию по боксу, тоже безоплатно. Есть и танцевальные студии, тоже безоплатные. Сергей Васильевич думает обо всех. И юридическая клиника – большой показатель. Какое огромнейшее количество жителей города Одессы обращаются в эту клинику. Я сама своих вот жителей территориального округа номер 5 лично записывала на проведение теста на коронавирус. Они ходили, они благодарили за такую возможность, потому что действительно это стоит на данный момент очень огромнейших денег. Также они лечили зубы совершенно безоплатно. Это очень здорово, что действительно единственная партия украинская, которая работает не только от выборов до выборов, а на протяжении уже более десятилетия помогает людям, заботится о всех социальных проектах и направлениях только во благо. Користується попитом така соціальна послуга, як безкоштовна юридична допомога. Всі ми знаємо, що людям похилого віку, людям з обмеженими можливостями, їм складно у фінансовому плані, мабуть, звернутися за кваліфікованою юридичною допомогою. А от клініка, юридична клініка Національного університету дає таку можливість людям. От, я скажу, это не только даже возможность людям обратиться со своей проблемой к профессиональным кадрам, которые уже практикуют и занимаются в юридической сфере. Это также возможность для студентов, преподавателей узнавать еще больший спектр интересующих вопросов. Это огромнейшая практика и огромнейшая работа, которая прикладывается с дня в день. Огромнейшее количество людей каждый день обращается в юридическую клинику. Я всегда хорошо общаюсь с Юлией Шишацкой, которая является директором юридической клиники. И она каждый день рассказывает, столько много людей, и
настолько интересные вот вопросы, которыми они обращаются. И она сама рассказывает и делится со мной. И она говорит, что всегда хочется помочь. Всегда хочется помочь по максимуму. В нашем городе нет юридической ни одной консультации. Только на 5-й станции Фонтана в юридической клинике. Які плани на майбутнє після того, як Українська морська партія разом із її лідером зайде в міську раду, в облраду, в районні ради? Які плани на майбутнє? Я хочу сказати, що я, як чоловік, дуже зв'язаний зі спортом, я хочу сказати, що ми однозначно побідемо. Сергій Васильович Ківалов стане мером міста Одеси. И большинство Украинской морской партии зайдет как и в городской совет, так и в областной совет, и не только. И наша фракция будет в большинстве. И мы многопрофильные люди, разной специальности, с разными все направлениями. У каждого своя специфика работы и направления. И команда действительно сильная, обновленная, которая сделает и прикладет и приложит максимальные усилия для развития Одессы и Одесской области. І таке останнє питання, що ви можете побажати виборцям, тому що вибори ось 25 жовтня, вже зовсім скоро, щоб вони не піддавались маніпуляціям, щоб обирали серцем насправді? Дорогі одесити, 25 октября, тільки вам рішати, хто буде представляти вас на протяжении 5 лет. Действуйте серцем. І знайте, что Украинская морская партия Сергея Ківалова, она за Одессу, и она с вами. Тетяно, дякую вам за сьогоднішню таку плідну розмову. Нагадую, що в студії була представник від Української морської партії Сергія Ківалова, голова громадської організації «Мангуз» Тетяна Акуленко. Сподіваємось на те, що одесити дадуть справедливу оцінку діям нинішньої влади 25 жовтня. В студії працював Василь Базавлук. Залишайтесь на телеканалі «Репортер».